Всем привет, меня зовут Эдвард, и я работаю в English Show. Мы с вами не знакомы, но я надеюсь, что в ближайшее время мы будем с вами видеться чаще. Мы в English Show очень часто созваниваемся и думаем, как сделать так, чтобы контент в социальных сетях в English Show был интересным, чтобы обучение было доступным каждому, чтобы можно было учиться как бесплатно, так и платно и делать это на очень высоком уровне. И если вы уже подписаны на нашу группу ВКонтакте, то вы, скорее всего, знаете, что такое English Coin. English Coin, не? Так вот, English Coin — это самая стабильная виртуальная монета из всех English Coin'ов, серьезно. Что это вообще такое? Это не очередная виртуальная валюта, которую непонятно как можно заработать, куда потратить, зачем она вообще нужна, зачем, куда вы, ребята, лезете в своем English Show, воу, тормозите. Сейчас все объясню по порядку. Вы сидите в нашей группе ВКонтакте, ставите лайки, комментируете посты, делаете репосты, и мы подумали, что нужно вам за это что-то дать, чтобы вам было приятнее это делать. English Coin, а? Уже целый месяц работает эта виртуальная валюта, и ее можно заработать лайками, комментариями или репостами, или, например, участвуя в каких-то обсуждениях. Например, за один лайк, если вы поставите лайк в течение первого часа, как только вышел пост, или сделаете репост, вы получаете там 15 English Coin'ов, например. Если вы делаете репост, вы получаете больше, если пишете комментарий, то еще больше. То есть, например, можно поставить лайк, можно сделать репост, написать комментарий и уже собрать почти 50 English Coin'ов. Мало это или много? Ну, для сравнения, например, скидку на один урок по скайпу, на настоящий урок с преподавателем, можно купить всего лишь за 45 English Coin'ов. То есть, изи вообще, изи мани. Но у нас есть не только уроки с преподавателями, у нас есть разные квесты, у нас есть разные методички, есть книжки, есть чат с иностранцами. Например, чтобы купить 3 дня общения в чате с иностранцами в Native Show, нужно всего лишь 750 English Coin'ов. Чтобы вы понимали, это не такая большая сумма, ее можно заработать, ну, например, за 5 дней. Таким образом, друзья, мы просим вас, пожалуйста, будьте активными в нашей группе ВКонтакте. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Это не только нам приятно, потому что мы стараемся, чтобы контент был свежим, классным и так далее. Но это теперь и вам выгодно. Вы будете зарабатывать English Coin'ы и тратить их на реальное обучение. Более того, каждый месяц в шапке в нашей группе ВКонтакте будут появляться первые 3 лидера, самые богатые пользователи нашей группы ВКонтакте. Пожалуйста, все для вас. Поэтому если вы подписаны на нашу группу ВКонтакте, пожалуйста, начинайте зарабатывать. Если вы еще этого не сделали, то ссылка в описании. Подписывайтесь, зарабатывайте, играйте и учитесь в English Show. С вами был Эдвард. Приятно было познакомиться. До встречи!